Всем привет! Обзор, если это можно так назвать. Вообще хочу вам просто показать 13 сверл по металлу Intertool, 13 штучек. Купленные они на Резетке. Дошли за 2 дня. Резетка, как всегда, спасибо. Все быстро, все качественно. Набор этих сверл, я так понимаю, что они бюджетные, потому как цена 75 гривен. Выглядят вот так. Пластиковая коробочка, бокс. Сверлышки 13 штук, 7 в переднем ряду, 6 во втором ряду. Так, это мы уберем. Теперь попробуем их открыть. Наклеечку мы убираем в сторону. И открываются они вот так. Сняли крышечку. Вот у нас сверла. Размер 1,5, 2, 2,5, 3. 3, 2, 3, 5, 4. 4, 5. 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5. Вот такие сверла. Коробочка пластиковая. Ожидать много не стоит. Но, в принципе, по крайней мере, не растеряются. Сверла. Вот такие вот. Выкрашенные, по крайней мере, верхом желтый цвет по заточке. Из того, что я вижу взглядом, не могу назвать это пределом идеальности сверла. Но люди пишут, что сверлить можно с учетом стоимости в 75 гривен. И ожидать от них нового не стоит. Магнитик возьмем, проверим. Металлический. Не пластик, покрашенный. Вот. Как-то так. Коробочку закрыли. Вот она у нас не снимается. В принципе, можно даже на что-то там куда-то повесить. Вот такие вот бюджетные сверла. Не знаю, если расплавятся, обязательно в комментариях напишу, что приобретать не стоит. А так, в принципе, думаю, что пару отверстий в металле я этими сверлами сделаю. Еще раз наберу сверл от Intertool. 13 штучек. 75 гривен. Резетка.